В деревне Спасская прошла акция «Наш лес, посади свое дерево». Место для посадки растений было выбрано не случайно. Участок расположен рядом с контейнерной площадкой. И раньше вместо деревьев и кустарников тут росли кучи мусора. Как рассказала начальник территориального отдела Расторгуева Татьяна Полякова, местные жители давно просили привести в порядок эту территорию, так как во время благоустройства населенного пункта участок использовался как склад для строительных материалов и мусора, которые после завершения работ так и не были вывезены. Тут у нас была поросль, которая не совсем соответствовала, да, плотности посадки, друг другу мешали насаждения. Мы все это делали силами дурсервиса, конечно, выпилили, все удалили. И вчера вывезли весь строительный мусор, который тут оставался. Это логическое завершение всех работ, которые мы проводили здесь, в границе деревни Спасская. В позапрошлом году была выстроена нами устроена пешеходная дорожка, которой никогда не было. В этом году мы сделали проезд. Капитально отремонтировали, сделали новое покрытие дорожного полотна. За несколько часов до проведения экологической акции сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Дорсервис» завезли на участок плодородный слой грунта и выровняли площадку для посадки растений. Мы взяли эту площадку первую стартовую, как образцовую показательную. Хотим здесь, да, вот высадить аллеечку кустиков. За ними, вот сейчас вы видите, мы привезли сосенки. Все вырубили, все подготовили. Планируем ее оградить и посадить здесь травку. Если не получится в этом году, то Татьяна Ивановна нам обещала, что на следующую вот весну, на субботник, да, мы продолжим благоустройство еще каких-то отдельных мест нашей деревни. Более 50 саженцев пузыреплодника, 6 кустов калины и боярышника были высажены участниками акции «Наш лес, посади свое дерево» в деревне Спасская. Благодаря усилиям местных жителей Татьяны Ивановны Поляковой мы здесь убрали камни, весь сор, мусор, который сюда убрали. И вот по пожеланию жителей высадили кустарник, чтобы оградить и защитить деревню немного от пыли. Озеленение – это наше все, леса. Это все приходит в упадок, но здесь, видите, все как бы сажается и тогда. Благодаря и нашему Гаджимурату, вот, ну и местным жителям, конечно. А в центре участка посадили 7 хвойных деревьев. Вечно зеленые, по словам жителей, будут красиво сочетаться с низкорослыми кустарниками. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Довлятова, «Видное ТВ».